цвет яично-желтый, прям такой цвет. Вот. Бампера, кстати, на данной машине убраны, поставлен такой вот фаркоп. Обычно идут штатные пластиковые бампера. Вот. И вот эти вот диски, прям вообще. Редко встретишь на таких вот Volkswagen, такие вот. Кстати, вот у них есть вот этот вот телефон iCoffee.kg, Instagram, телефон WhatsApp, на который вы можете позвонить, может быть, у них есть доставочка. И также по пути в Бишкек парк вы можете заехать к ним и отведать смузи, свежие смузи, молочные коктейли и большое количество сортов кофе. Вот, с вами проект телеканал, YouTube канал Автоконтент KHZ, и у меня сейчас будет маленькая презентация данного проекта iCoffee KG, вот, с которым сейчас я вас познакомлю. В данном случае у нас Анастасия. Анастасия, приветствую вас. Не, ничего страшного, наши подписчицы и подписчики поддержат тебя комментарием теплым. Я немного растерялась, на самом деле, потому что... Оскар пришел неожиданно. Да, он абсолютно неожиданно пришел у меня снимать. Это команда iCoffee. Мы первая кофе на колесах. Приглашаем вас сюда попить кофе за атмосферой, лично ко мне. Мы находимся на пересечении Киевска и Саново. И вторая наша точка находится возле ЦУМа на пересечении Чуйша-Кокова. Мы вас всех очень ждем. Кстати, в конце нашего сюжета я уже показал номера телефонов и ваш Инстаграм. Подписывайтесь на iCoffee.kg, пишите WhatsApp. У вас, если вдруг что, вы можете обязательно прийти и попробовать очень вкусные напитки от iCoffee.kg от нас, Анастасии. И также поприветствуем именно от нашего канала Автоконтент KG. Настя, спасибо тебе большое. До скорой встречи. Спасибо вам. Всего доброго. Хороших торговли. Всего доброго. Вот такие дела, ребята. Поэтому сегодня у нас такие вот креативная история получилась. Ребят, если у кого-то есть желание поучаствовать в данном сюжете, если вы желаете также попробовать, так сказать, о своем автомобиле, о своем проекте на колесах, или у вас есть обычная машина, которую вы хотите продать, обменять, купить, то также обязательно пишите к нам в социальные сети, пишите к нам ВКонтакте, в Инстаграме, на латыни, на английском языке, Автоконтент KHZ. С вами Оскар, до скорой встречи. Пальцы вверх, комментарии, дизлайки, что-то еще, если вам интересно.